Здесь, на этом историческом месте, была обретена всеми нами чтимая икона Пресвятой Богородицы. И здесь, в этом храме, совершались богослужения на церковно-славянском языке, на языке нашей православной церкви, которая объединяет многие народы, братские народы, славянские народы. И вот сердцем и средоточием нашей связи является общий язык, общая культура, письменность, которую принесли нам много столетий назад святые равноапостольные солунские братья Мефодий и Кирилл, учители славянские.